Станица Кагальницкая. Закупились водичкой и пару шоколадок. Выехали мы уже из Ростова. Двигаемся в сторону Ставрополя. Всего-навсего 298 рублей. 7 литров воды и 2 шоколадки. Мы на подъезде к городу Зерноград, и где-то здесь есть пост ДПС. И где-то здесь прячется гаишник. А вот пост, а вот гаишник. Ну вот они, полицейские. Спасибо, друг. Ты сама любезность. Здесь, наверное, хуже же постоишь. Да, спасибо, мы уже увидели. Много. Что-то она расстегнута рубашка, да? Ты, наверное, снимешь. Не буду. Да, давай я. Что? Что ходили? А вы кто? Ну как кто? Ну так кто? Да что вы остановились, фары светят, невозможно, глаза. А где вы форму украли, прошу прощения? Вы украли форму? А? Форму украли? Какую? Вот эту. Где брали? Украли, говорю. Как понять, украли? Ну я тоже хочу понять, вы украли форму? Нет. Вы почему закон Российской Федерации нарушаете? Как, что значит нарушаем? Как вы подошли, гражданин? Обыкновенно подошел. Закон о полиции читали? 5-ю статью? Да. Идите, изучите еще раз, подойдите потом. Как-то вы суровый, Андрей Викторович. Но, с другой стороны, полицейский тоже не в самом лучшем. Не, ну ты сложился до капитана, закон о полиции не изучал. Ну, вот видишь. Я, конечно, потушу фары, чтобы он мне светил в глаза, но, блин, так нельзя с гражданами. Да? Покажи ему просто обложечку. Вы к нам? Здравствуйте. Еще раз. Да? Капитан Варенко, вы кого-то ждете или что? Вы с какой целью-то интересуетесь? А, ты подойди к ним. Ну вы стоите. Я стою, вы стоите. Да, я же не спрашиваю вот, вас. Разговариваю с ними. Что вы здесь? Вы же тоже стоите, правда ведь? Мы к вам не подходим. Да я понимаю, но я подошел помощь вам оказать, что? Ну вы когда подходите, обратитесь по закону полиции, да? Причина, ну, цель. Я обратился к вам, ну, я вас спрашиваю. Какую-то помощь оказать. Спасибо, вы если... остановились, стоите, мало ли, может вам плохо. Если еще надо что-то будет, мы подойдем. Спасибо большое. Сдается мне, что чем глубже мы будем продвигаться в сторону гостеприимного Кавказа, да, тем чаще мы будем видеть таких полицейских, и это еще не самый плохой вариант. А что мне плохие? Просто не знают закон. Не знают закон, но этот мягкий, а так могли бы еще и жезлом по башке дать. Бегут! Козуй! Выключай! Шутка. Они бегут от нас. Да, они стоят и думают, что же... Едем к следующему посту? Да. Поехали. Сейчас пристегнемся. А где же ДПС? А где же ДПС? Где же ДПС? Нет, ну, ДПС. Вот дудочка какая-то беленькая. Ну вот, наверное. На той стороне тоже дудочка. Готов пообщаться? Ой, смотри, как красиво. Я общаться? Да. Я... Зачем мне с ними общаться? Не знаю. А мы находимся сейчас... Это у вас песчано-копская. Здесь песочек капает. Останавливает какую-то машинку на нашей стороне. Подержи. Вон еще один какой-то выходит. Подержи. Что там? Там ничего, я вот сейчас перископ включу. Ой. Добрый вечер. Добрый. Донской батальон инспектор ДПС Хитров. Чем-то помочь? Кому? Вам. Ну, вы еще закон о полиции не полностью выполнили, а так, как только выполните, будете спрашивать. Летающий макаронный монстр дал мне видеокамеру, я имею физическую возможность снимать. Кто дал вам? Летающий макаронный монстр. Это кто такой? Это бог. Никто, это бог такой. Что? Есть религия такая, пастафарианцы. А вы откуда? А вы откуда? Мамы отсюда. Отлично. Мы и догадались. А почему вы закон о полиции нарушаете?
Как именно нарушаю? Ну, там четко написано, как вы должны подходить, представляться, что говорить. Я вас не останавливал. Если бы я вас остановил... Ну, вы же обратились, там при обращении написано. Может, помочь чем-то вам нужно? Нет, спасибо. Нужна помощь никакая? Нет, спасибо. Хорошо. Вам не нужна никакая? У вас все в порядке? У вас все хорошо. Ну, замечательно. Ну, можешь обратиться к нашим зрителям, их 35 человек. Да, друзья мои. В общем, какая-то странность происходит. Почему-то вот сотрудники полиции сами хотят пресекать, наказывать, а вот исполнять законы Российской Федерации почему-то не хотят. Мне непонятно. Андрей Сергеевич, есть у вас ответ на это? Ну, мы все дальше от цивилизации, ближе к гостеприимству. Вот, точно. И надо валить, пока не начали нас фуры обгонять. Угу. А, все, на этом мы закончим. В этом месте. В этом месте. Я даже не понял. Он же представился вроде, да? Он нормально, кстати, представился. Угу. Единственная цель, причина. Угу. А, ну, собственно, обращение. Он сказал, может быть, вам помощь нужна? И почему вы меня снимаете? Да. Ну, мы же ему ответили. Ответили, что можно снимать. И идите и работайте, товарищ полицейский. А мы поедем дальше. Угу. А вот и фура начинает подъезжать. Неожиданно нас остановил сотрудник ДПС. Добрый. ГАИ Гугичаев. Еще раз? ГАИ Гугичаев. Так, ГАИ чего? А что такое ГАИ? Расскажите, пожалуйста. Государственная автоинспекция. Так, а вы? Инспектор ГАИ Гугичаев. Звание, должность? Лейтенант. Должность? Инспектор ДПС. Слушаю вас, господин. Не, подожди, не слушай его, у него жетона нет. Жетона нет. И в темное время суток без светоотражающего жилета стоит. Светоотражающий, а где вы видели по-большему, кто-то одевал светоотражающий жилет? А, это положено по ГОСТу. Как, ну, приказ по-гост. Есть, но надо одевать. Отменили. Как, министр МВД отменил? Жетоны тоже отменили, простите, пожалуйста? Нет, жетон не отменяли. Давайте жетон наденьте, пожалуйста. Сейчас куртку одену. Да, мы вас подождем, конечно же. Что это было сейчас? Ну, люди, сотрудники полиции, которые, у которых отменяются законы. То есть он не обязан быть в жилете. Ну, нас отменили. Подожди, мы еще в России же. Да. Или мы пересекли уже нечаянно за границу? Нет, нет, мы еще пока в России, мы в Владикавказе. Ну, видишь, сотрудник полиции взмахнул жезлом. И все. Так, слушай, возьмите. Документы можно? Ну, конечно, как только вы расскажете причину этих вашего требования. Какие требования? Ну, вы попросили мои документы. Это требование было? Вот, требование должно быть обоснованным. То есть у вас есть 10 причин, как минимум. 10? Это как максимум, да. Минимум. Максимум. Ну, а вы говорите минимум. Ну. Он меню говорит. Меню, да. Инегородний транспорт. Досматриваем их, отпускаем. Нарушение, отпускаем дальше. Так. Это стационарный пост? Нет. Нет. Значит, что? Значит, что? Причин для проверки документов вне стационарного поста у вас не может быть. Да. Перечисленных выше. Может быть, у вас есть другие причины? Нет, пока что. Так, тогда... Ну, Андрей Сергеевич, не подсказывайте. Мы можем ехать дальше. Счастливого пути. Счастливого пути, хорошей службы. Что за клоун? Извините за выражение, конечно. Я же заглох от смеха. Не сдал, выходи. Можете как-нибудь прокомментировать? Да, вот, возьми перископчик и... Я вам параллельно прокомментирую. Ну, судя по всему, мы столкнулись с обычным явлением для полиции Владикавказа. Сотрудник полиции на обычной машине вышел, так сказать, на утренний час. Это главный поворот транзитного вот этого города Владикавказа по пути в Грузию, Армению, также Азербайджан, ну, можно там поехать, и Турцию. Здесь едут фуры, едут люди, туристы. Как мы, например, командиристы и так далее. Но, к сожалению, большинство людей, водителей, у нас закона не знает. И вот такой сотрудник, который подошел в темное время суток без светоотражающего жилета, который нем должен быть, без жетона, который нем обязан быть, мутно как-то вяло представлялся, что неправильно, он должен четко назвать свою фамилию, звание, должность, причину проверки документов, ну, причину требований всяких-то озвучить. Как только он понял, что не на того напал, сразу, видите, голову к пустому приложил, счастливого пути. В принципе, хорошие дороги. Здесь частично на Владикавказе. В принципе, после того, что мы пережили на прошлом посту перед въездом в Северную Аланию, когда нас окружило порядка
15 человек с автоматами, с палочками, с жезлами и с бешеным желанием запретить нам снимать. Это сейчас просто так, тютельки, фитюльки, как их назвать-то. Ну, в общем, детский лепет. Если вы повторяете наш маршрут, едете через Владикавказ в сторону Верхнего Ларса, в сторону границы с Грузией, помните, что у сотрудников полиции, если они не на стационарном посту, у них нет причин проверять у вас документы. Ну, если только вы не едете с топором, с криками там «Аллах Акбар», что-то такое. Без экстремизма спокойно передвигаемся, никто у вас ничего не имеет права проверять. Знайте свои права и знайте обязанности полицейских. И все. И будут у вас полицейские ходить такие, как эти, Лебединое озеро. Такие.